Крепость Гарзувиты, давшая название поселку Гурзуф, простояла 14 с лишним столетий на Генуэзской скале, с трех сторон омываемой волнами. Здесь можно обнаружить внушительный тоннель, пробитый для наблюдения за морем в средние века. Именно в средние века Гурзуф стали именовать «цветущим городом». Бывал здесь и знаменитый путешественник Афанасий Никитин. Пушкин как-то гостил у генерала Раевского, назвав Гурзуф колыбелью своего Онегина. Фонтан Рахиль воздвигнут в конце XIX века и напоминает о библейской красавице. В то же время сооружен и фонтан Ночь, украшение и гордость всего Гурзуфа. Богиня ночи Нюкта находится здесь в окружении богов сна и любви, Гипноса и Эроса. Шаляпин в Гурзуфе – это не только бюст, но и скала, с которой Федор Иванович, говорят, пел, обращаясь к морю. С тех пор она гордо зовется «Скалой Шаляпина».